5.50? Это что сказал мне? Ну, отрабатывали район, там, где имовірніше знаходження бойовиків було. Вот туда примерно стреляли. Дальше прошла коробочка, скорее всего, бойовиков, потому что там гражданское население уже не передвигается. Уже очень давно, уже около недели двух-трех. И пытались коробочку накрыть и перемещение бойовиков. А яка відстань? 3.5 кілометра. 3.5 до 4. А реально с такой відстані попасти? Реально. Корректировка огня, и реально можно попасть. Обстрелы ведутся по нам каждый день. Не соврать, не было военного пребывания около месяца. Здесь около 2-3 дней только не было обстрелов со стороны бойовиков. В основном обстрел ведется минометами. Минометами бывает подходят с села АГСами обстреливают.